Всем привет, меня зовут Лукьянов Вадим, я представляю компанию General Gas, и сегодня мы посмотрим на один из наших объектов. Это находится в городе Москва. Это фармацевтическая лаборатория. Лаборатория занимается разработкой лекарств, в том числе разрабатывают лекарства от рака. И у нас здесь установлен наш генератор азота. Это одна из самых младших моделей в нашей линейке, это GL4. Пойдемте посмотрим, как все это выглядит. Здесь у нас совсем небольшое такое помещение, и мы здесь смонтировали довольно много оборудования. Получается, что вся система наша состоит из основных компонентов. Это подготовка воздуха. Здесь у нас стоят, тут можно пройти посмотреть, стоят компрессоры белорусские Ремеза. Это спиральные. Здесь у нас есть, значит, один основной компрессор и один компрессор резервный. А вот. Основной компрессор установлен на ресивере воздушном, и он с осушкой. То есть, получается, у нас отсюда подготавливается воздух полностью уже осушенный и безмасляный, что очень важно было на заказчику, да, чтобы не было органических минимальное соединение, в том числе масла, по итогу уже в линии. Вот. И все этот воздух подключен к нашему генератору. Вот здесь можно подойти ближе, посмотреть, как это выглядит. Это самая бюджетная модель, генератор GN4. Как можно видеть, что здесь нету, да, даже кожухов вот сзади, да, то есть здесь только система автоматики, за счет чего мы добились минимальной цены. Это было очень важно в этом моменте, но тем не менее видно даже сейчас на экране, что мы оставили, даже в базовой комплектации у нас идет газоанализатор, который показывает нам остаточное количество кислорода, и вот на дисплее мы видим частоту азота. Вот. И также все равно датчик давления присутствует в системе, да, без него мы все-таки не сможем, да, работать генератор в том режиме, в котором нам необходим. Вот. Ну и, соответственно, здесь установлен азотный ресивер. Он небольшой, этого вполне достаточно для текущего потребления. Потребление здесь идет постоянное, то есть 24 часа в сутки. Эта система работает уже практически более полугода, не выключаясь. Вот сейчас только мы ее выключили, мы устанавливали дополнительный компрессор и систему выключили. Это первое было выключение за полгода. А вот и вот пошла, да, линия, соответственно, в потребителю. Причем здесь мы находимся сейчас на первом этаже, это подсобное помещение. А основное оборудование находится на втором этаже. Мы произвели монтаж, также все это развели. Причем здесь вот можно видеть, тефлоновая трубка идет. Это тоже было такое пожелание заказчика, чтобы трубки были не полиуретан, а именно тефлоновые. Потому что это снижает риск попадания каких-то бактерий, да, органических соединений в спектрометр. А все это оборудование, оно работает, весь этот азот вырабатывается для масс-спектрометра, да, он как раз-таки на втором этаже стоит, японский масс-спектрометр, и в который помогает лаборатории, да, искать лекарства от рака. А вот, еще здесь установлена приточная вентиляция, так как помещение маленькое, приточная вентиляция, и здесь мы еще видим дополнительный мобильный кондиционер, да, тоже, опять же, поддерживает необходимую температуру в помещении, потому что если будет слишком жарко, мы слишком горячий будем воздух подавать на компрессор, что отрицательно скажется на нашей частоте. В заключение хочу сказать, что все оборудование находится очень компактно в небольшой комнате, причем хочу обратить внимание, что мы находимся сейчас в лаборатории, то есть это, по сути, офисное помещение, буквально за вот этой стеной находится стойка ресепшена, стойка секретаря, да, секретарь не обращался к нам, да, по того, что очень громко, то есть все ее устраивает, то есть вся система, да, работает очень тихо, это тоже очень такой важный момент. Если у вас остались какие-то вопросы касательно техники, касательно генераторов азота, либо подготовки воздуха, вы всегда можете обратиться в нашу техническую службу. Все актуальные телефоны есть у нас на сайте general-gas.ru. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видеообзоры, ставьте лайки. Все, до новых встреч!